Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Stormworks, друзья. Я нашел очень одну интересненькую миссию в этой игре, да? Она как бы кастомная, то есть не в самой игре, но самое интересное, что знаете, как она называется? Я думаю, что вы слева сверху видите, игра как бы Stormworks, миссия называется «Поезд из Брикрикса», грубо говоря. Поэтому, мне кажется, это должно быть достаточно интересно. Пойдемте посмотрим, что нас вообще ждет. Причем это интересно, это не просто построечки, это именно миссия. То есть нам нужно будет что-то выполнить, что-то сделать. И это очень, мне кажется, достаточно интересно должно быть. Так, в общем, давайте-ка посмотрим. Вот он. Ну, блин, ну смотрите, ну похож, чертяга. Ну, правда, конечно, ну не так прям супер, чтобы прям один в один, но похож. А, все это, мы уже выполнили миссию, нам за это дали 11 тысяч. Хорошая миссия. Ну, в общем, это, видимо, сделали почему-то в виде миссии, не в виде постройки, видимо, чтобы заработать бабла, которого у меня много. Кстати, ребят, давайте так. Если напишите много комментариев, поставите много лайков под этой серией, то я начну снова очередную, наконец-то уже, блин, прям карьеру в этой игре. То есть буду проходить миссии, все в этом роде. Прям вообще все четко, все будет. Потому что, ну, если вы захотите, почему бы нет? Я сам хочу, но просто... Так, а как сделать так, чтобы она открылась? Просто я боюсь, что вы этого... не особо оцените, потому что мне кажется, что вы не будете смотреть. А я хочу, чтобы вы смотрели. Так, окей, ладно, садимся в кресло пилота. Врубаем двигатели. Двигатели включены. Так, что у нас есть? Огни. Тормоза. Блин, ребята, вот этот поезд из Брикрикса, да, в котором нельзя управлять, который ездит все время кругами, блин, и все рушит на своем пути. Теперь мы сидим в нем. Там даже сзади что-то еще есть. Ребята, мы сидим в этом поезде, и мы можем им управлять. А почему мы можем отключить еще каждый из... Подожди, давайте посмотрим. Оп, мы так сделали. Сейчас пойдем посмотрим. Мы походу, можем каждый вагончик отцепить, да, если не ошибаюсь? Да, подождите, лезьте. Во, вот тут вот отцепились вагончики. И тут, да, или наоборот. Блин, ладно, я не буду это проверять. Давайте-ка лучше вернем сейчас все на место. А то, блин, без вагончиков-то не круто. Вот пока будем ехать, тогда, короче, вагончики и отцепим. Дальше, что за кнопка? Тормоза. Так, все, врубаем ускорение. А, ребята, я понял, просто смотрите, я все время, вот мне еще в комментариях писали, что типа Турбо, ты что, дебил и так далее. А нет, не дебил. Ну смотрите, вот сейчас тормоза включены, да, вот вы видите, тормоза сейчас включены. Когда я их отключаю, вы говорите, вот много кто писал, что типа у тебя скрипят тормоза, выключи ты свои тормоза. Вот сейчас, смотрите, вот это сейчас тормоза включены, мы никуда не едем, видите, мы тупо стоим на месте. Вот, смотрите, мы отпускаем тормоза. Давайте вот так даже поменьше сделаем ускорение. Отпускаем тормоза. И он начинает скрипеть. Вы понимаете? То есть, я не знаю, ребят, вы можете считать меня тупым, но я отключил тормоза. Вот сейчас я поставлю тормоза, мы остановимся. Вот, мы остановились. Так что, друзья, не надо мне писать, что типа Турбо, отключи тормоза, ты придурок тупой. Все в этом роде. Я не знаю, почему скрипит. Вот серьезно, вот не знаю, почему скрипит. Но тормоза я отключил. Вот я и в других видео было точно так же. Точно все было так же. А вы мне писали, типа, Турбо, ты дурак, ты не отключил тормоза, ты вообще играть не умеешь. Да это вы играть не умеете, вот кто мне так пишет. Все, тормоза я отключил. Я не знаю, почему он вот так вот скребещит и из него сыпятся искры. Понимаете? Кстати, вот уже немножко скрип вроде как пропал. Давайте вообще разгонимся на соточку. О, скрипа уже нет, а искры... Искры, ребят, я не знаю почему. На самом деле, такое ощущение, как будто колеса не движутся, но я думаю, что это... Что это именно зависит от Stormworks. То есть, они как бы движутся, но как бы не движутся. Ребят, ну смотрите, так, а где мы скорость? Можем посмотреть? Блин, мы, походу, максимальную скорость не можем посмотреть. Ну, ребят, ну реально, смотрите, это самый настоящий поезд из Брикрикса. Кстати, достаточно быстрый. Так, а если мы отцепим какой-нибудь коннектор? Подождите-ка. Что я куда-то... Чего? Нормально. Так, если... Подождите, red, blue. Давайте blue. Все, Blue отцепился. Yellow отцепился. И Red отцепился. Пока, неудачники. Блин, ребят, ну и такого в Брикриксе мы бы тоже никогда не смогли сделать, чтобы отцепить. Кстати, что это такое, станция какая-то? Чтобы отцепить от этого поезда вагон. Блин, посмотрите, какой он быстрый. Он реально супер быстрый. Ну, относительно. Блин, я не знаю, если перед ним что-то поставить. Ну, кстати, давайте проверим это, потому что будем чисто как в Брикриксе, прям как в оригинале. То есть мы сейчас поставим что-нибудь сюда. Ну, на его пути. Только нам надо остановиться. Окей, тормоза. Все, остановились, да? Теперь делаем так, теперь делаем так. Так, нет, вот так. Нажимаем. Подождите, а я не могу на этом поезде? Блин. А как мне вернуться назад? Только если задом, да, походу, сдавать? Блин, фига я далеко уехал, кстати, смотрите. А тут какая-то точка. Что это за точка?
и Slay of Dawn. А, я не могу, подождите, потому что это же не как постройка, это как миссия. Нам нужно еще одну миссию такую заспавнить. Сейчас вам давайте сразу заодно покажу, как это делается. Если вы вдруг не знаете, нажимайте Mission Editor. Return to Mission Editor. Нажимаем Confirm. Вот тут как бы нажимаем Load, Workshop. И вот The Brickrix Train, вот она появляется. И нажимаем вот здесь вот Test Mission. Нажимаем. Так, это если вы в креатив режиме, естественно. Если вы в режиме там выживания и так далее, там это как-то у вас автоматически все будет. Блин, нам надо домой вернуться. Да. Так, и теперь смотрите, теперь вы нажимаете кнопочку N. Ну, сейчас мы загнемся, кнопочку N. Выбираете вот эту миссию. Ну, это вы все, я думаю, знаете. Нажимаете вот так вот, нажимаете Toggle Active. И все, в принципе, эта миссия у вас появилась на карте. Вы такие, бежите к ней. Эй-эй-эй. Блин, только надо было сначала, наверное, заспавнить что-то другое. Потому что... А, ну ладно, сейчас мы... Он же вроде не прямо внутри там заспавнен. Заспавнен, хорошее слово. Вот. Поэтому мы сейчас... Ну вот он наш паровозик, да. Сейчас мы зайдем вот сюда. Заспавним какую-нибудь машинку. Какую-нибудь прям вот машинку. Машинку. Что я сделал? Ой, блин, я случайно не то заспавнил. В общем, нажимаем. Загрузить. Лот. Если по-американски. Так. Просто я не знаю, какая машина у меня есть, которая... именно с этим режем. Может быть, вот это? Блин, нет. Здесь нужно... Другой, вот это из-за того, что два режима, не все машины, блин, можно загружать. То есть, я не знаю, работал ли бы этот брикриксовский поезд с другим режимом, потому что вот с этим режимом он работает. То есть тут есть Advanced Vehicle, я хороший американец, режим, и есть обычный типа режим, вот, и поэтому, блин, ну давайте попробуем вот этот заспавн, еще проверим. Скорее всего, он у нас просто не поедет. Падла такая. Сейчас проверим. Хотя, по идее, вот у него же все просто. Двери. Лайт. Двери. Но нет, он не едет, короче. Падла ты такая. Ну какого ты хрена-то не едешь? Ты тварь. Мы можем его толкать. Ну, в принципе, это, наверное, плохая идея. Толкать машину, потому что она типа тяжелая. Нам нужно ее как-то будет дотолкать тогда. Ну, в общем, ребята, я сейчас попробую, если не получится, я все-таки как-нибудь перезагружу. Так что давайте сейчас я к вам вернусь. Так, ну все, ребят, я вроде как поставил тачку на пути поезда, поставил он ее на рельсы. Надеюсь, что сейчас у нас все получится. Я не слишком далеко поставил, потому что я, честно говоря, задолбался туда тащить. Но, в принципе, вроде как получилось. Сейчас мы поезд немножко назад в ангар засунем, чтобы ну, разогнаться посильнее, потому что ну, нам это надо. Я не знаю, мы руками сможем это сделать. Если не сможем, то тогда мы его... Нет, слишком тяжело. Тогда мы сейчас его просто заведем. У него вроде есть задний ход. А, не, подождите, он едет. Стой. Но все равно слишком медленно. F. Мы как неудобно, потому что тут кнопку надо не нажимать, а зажимать. Это очень как-то немножко неудобно. Окей, садимся, включаем двигатели. Сдаем назад. Только не сильно. Надо, блин, поаккуратней. Ё-моё, стой! Вроде нормально. Все, двигатель включаем. Все, давайте полный вперед прям сразу же. Вырубаем тормоза и просто поехали. Друзья, вот вы видели, я тормоза нажимаю, он стоит. Тормоза отжимаю, он едет. Но скрип вот этот, он не перестает. Поэтому не нужно мне писать «Турбо, ты дебил». Вон, кстати, вон наша машина. Сейчас мы посмотрим, что будет. Мне на самом деле реально очень страшно и очень достаточно интересно, что произойдет. Да, ребят, ну вы видели, мы в него врезались. Но в целом ему как-то не очень больно, этому автомобилю. И он, смотрите, он нас тормозит. Падла такая. У нас реально тормозит, блин. У нас реально тормозит. Так, окей, давайте-ка мы поставим тормоза. Подождите, нужно убрать тогда. Нужно убрать препятствия нахрен. Потому что я хочу проехать дальше, ребят. Но как видите, смотрите, по-моему, мы вообще повреждений не нанесли. Да, у автомобиля нет повреждений. У него должны быть вот такие повреждения. Это когда я сдавал поезд назад. То есть, ну, не в смысле назад его сдавал. В смысле, когда ехал назад, видите, у него появились повреждения. А у тачки вообще никаких повреждений. Ну, в принципе, хрен с ней, друзья. Самое интересное, ну, или не самое, не знаю, хочу проверить, как наш вот этот вот брикриксовский поезд справится с цунами, друзья. Давайте-ка мы это сейчас с вами проверим. Так, нам нужно заспавнить цунами. Так, вроде заспавним, поэтому садимся. В общем, в принципе, едем дальше. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Причем, смотрите, в него можно даже что-то позасовывать. То есть, у него там есть коннекторы вот эти вот. То есть, мы туда можем всякие ящики ставить. И, в принципе, перевозить на этом поезде. Блин, достаточно интересно. Я думаю, что если мы будем... если будет прохождение на канале, то можно использовать именно этот поезд. Потому что, ну, блин, брикриксовский поезд в Stormworks. Что может быть прекрасней? Front view. Back view. Что это такое интересное? Кстати, я могу свет включить.
Свет, ну ладно, он не нужен. Так, ребята, ну вот что, все, мы практически в цунами, и сейчас будет что-то очень страшное. Вода, кстати, набирается. Поезд, в принципе, едет. И мне интересно, ребят, кто победит? Нормально, мы проехали. Все, цунами нам просто не страшно. Потому что, ну что такое цунами? Что такое, друзья, цунами? Блин, а интересно, как далеко здесь можно проехать? Вот что будет где-то там? Ух, кстати, ребят, давайте вот оттуда реально доедем. Мне просто интересно, что там происходит. Там прям какой-то огромный-огромный просто остров. Isle of Donkak. Что такое Донкак вообще? Типа остров Донка какого-то. А это Колопсидиотис Chemical Storage. Блин, вот это, кстати, терминал Комода. Это вот мне все-таки интересно. Это в честь того самого ютубера названо? Или это просто так? Мне кажется, что это все в честь кого-то названо. Почему в честь меня ничего не названо, блин? А что тут за локация какая-то? Вот, маленький какой-то островок. Так, даже посмотришь, ничего не видно. Так, окей. А, слева от нас мы наблюдаем какой-то небольшой домик. Смотри, тут какая-то, блин... Я бы хотел тут жить. Блин, прикольно. Еще прикольно сделано то, что здесь, смотрите, и железная дорога вперед-назад. О, сейчас там будет туннель, блин, круто. Железная дорога вперед-назад. И плюс еще есть автомобильная дорога. Это тоже очень круто. А, вот, вот, кстати... А, нет, это еще не тот остров. Это какой-то маленький островок. Но я думаю, что здесь можно вот так вот проехать. Подождите, я думаю, можно даже... Тихо, мы как-то падаем. О, блин, вот это круто. Ребят, обожаю туннели в играх. Туннели в играх это реально круто. Особенно, когда ты едешь на каком-нибудь поезде. Просто топчик. Так, блин, ребят, мы уже близко к тому острову. Блин, вот эти разделения меня прям напрягают, на самом деле. Почему-то где-то они есть, где-то их нету. И это как-то странно. Ну, ладно. Так. Я уже вижу этот остров. Смотри, там какие-то домики. Какие-то домики. Блин, надо, наверное, немножко притормозить. Он не тормозит. Кстати, смотрите, по-моему, пропали искры, да, если я не ошибаюсь? Да, наконец-то искры пропали. Видимо, мы как-то прогрели наш поезд. Или я не знаю, так куда мы едем, интересно? Так, еще один туннель. Блин, ребят, мне кажется, что... Сейчас что-то будет. Дальше то, что я рельс не вижу. А, мы сейчас, наверное, мы сейчас развернемся. Вот это круто. Мы, походу, реально разворачиваемся. Блин, ребят, вот это реально четко. Давайте-ка мы сядем все-таки вот так вот посмотрим. Блин, круто. Ребят, никогда еще в Stormwars вот на этой карте вот так вот до конца не доезжал. О, смотрите, там что-то... Что там? Заправка? Фига, даже есть заправки. Прикольно. Вот, а Spy Cakes, это, по-моему, тоже какой-то... Ой, блин. Это, по-моему, тоже какой-то ютубер. Черт, мы как бы развернулись, но не до конца. Стой, 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 стой! Стой, 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 тормоза. Давайте-ка посмотрим, что тут у нас есть. Мы немножко, конечно, долбанулись, но, в принципе, это не важно. Блин, ребят, ну это круто, блин, жалко, летать не могу. Вроде креатив режим, а летать не могу. Там что-то есть. Не, вот этот остров, это, я так понял, вообще прям остров, прям остров, остров. Дагун Каверн. Блин, так-то если все эти названия поизучать, то это, блин, прикольно. Прикольно. Ладно, ребят, я думаю, что на этом можно данную серию заканчивать, поэтому... Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большущие, гигантские, огроменные пальчики вверх. Такие же огроменные, как вот этот. Вот просто остров. Блин, ну по сравнению вот с этим островом, этот остров, конечно, это просто жесть. В общем, пишите какие-то свои комментарии касательно этой игры. Либо касательно каких-то других игр. Ну, я вроде все сказал. В общем, друзья, всем удачи и всем пока-пока.